понимаешь? Ух ты! Класс. И там еще одни соседи, да? Да. Там тоже гараж. Да, два гаража. Возьмем себе пару. Хулио, смотри скорей! Слышь, а это наш дом? Да. Точно ведь наш? Все, пошли посмотрим. Пойдем, пойдем. Хороший дом. Два. Хорошая, слышь, угай. А хороший сад. Вишни есть, вишни. Яблоки есть. Это хорошо. Слышь, три гаража. Раз, два, Феррари, три. Феррари, Ламборджини и Порше. Порше тут, Феррари тут и Ламборджини там. О, что надо, что надо? Смотри, картина. Портрет. Какая картина? Да, слышь, там подпись есть? Next. Next. На Хулио исправим. Да. Хулио лучше. Кажется, лучше. Нет, мне нравится. Да, мне тоже. Это уже. Что нам надо? Что нам надо? Да. Я пойду осмотрю гараж с той стороны. Ты смотри дом. Хорошо. Встретимся через полчаса. Я, может, к тебе подойду. Ну хорошо, Хулио. Давай. Пока. Хм. Ну что здесь столько много вещей-то осталось от прежних хозяев? Странно. И кошки здесь. Хороший дом. Хороший дом. Так дешево достался. Прекрасный дом. Прекрасный дом. Ох, какие коридоры. Что надо, что надо. И почему этот дом такой дешевый? О, гараж. Гараж. Любимое место мужчины. Такой зам... Здесь уже есть инструмент. Что? Там кто-то есть? Здесь кто-то есть? Эй! Странно. Как будто здесь кто-то есть. Что здесь вообще происходит? Вы кто? Что это? Я! Наконец-то я в новом доме. Придется купить много новых вещей. Очень уютно. Думаю, Хулио тоже понравится. Дверь закрыта. Что это? Здесь кто-то есть? Что за вещи? Фу, воняет. Тухлятиной. Свет. Где свет? Свет. Что это? Что где-то играет? Нет! Нет! Хулио! Хулио! Что там? Там убийца! Там тоже, я боюсь! Уходим отсюда! Бежим! Не надо! Нет! Хулио! Не надо! Не убивайте нас! Прошу! Мы уйдем отсюда! Это плохо, не надо! One of those days.
fucked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. Right now I'm dangerous. Краш, любимое место мужчины. Что здесь есть? Какой ассортимент? Уже готов все для меня? Все для меня. Когда же хлопнет дверь? Что это есть? Что это? Что это, бля? Думаешь, вы что с картошкой, а? Может, ты на меня посмотришь? А ты не уронил молоко? Не упал.